для демонстрации закона отражения света используем источник света, лимб с нанесенными делениями и зеркалом, помещенным в центр лимба. Направим луч в центр лимба на зеркало. Мы видим, что угол падения равен углу отражения. Можно посчитать, что угол падения в данном случае равен 55 градусам. В то же время и угол отражения тоже равен 55 градусам. Изменим угол падения. Изменится ли при этом угол отражения? В данном случае угол падения равен 40 градусам, угол отражения также равен 40 градусам. Еще уменьшим угол падения. Сейчас угол падения 25 градусов, угол отражения также 25 градусов. Увеличим угол падения до 75 градусов. Угол отражения увеличивается также до 75 градусов. Таким образом, мы проверили закон отражения света. Угол падения равен углу отражения.